Так, пришла посылочка долгожданная от DPD из Таиланда. Сейчас буду показывать, как мы ее распаковываем, как упаковано все, что у нас находится внутри. Мы первый раз заказываем, ну, я первый раз заказываю через эту транспортную компанию. Мне интересно посмотреть, как это все сделано, и заодно показать вам, что раньше мы заказывали с деком. Так, ага, видно, что коробку урезали, потому что она вот идет не совсем форматная. Сейчас мы откроем. И заодно посмотрите, что я заказываю себе из Таиланда, находясь в России. Так. Да, вот так вот пакет. Сейчас упакована. Ну да, сейчас в пакет, сейчас без пакета. Так, поехали. Это у нас банановые чипсы. Это я заказала своим родственникам. Вкусняшки. Это банановые чипсы с тамариндовой прослойкой. Вот так вот они выглядят. Вот. Любимое лакомство моей семьи. Здесь опять банановые чипсы. Это я решила попробовать нашу новинку — крем с улицей. Я, честно скажу, еще его не видела в глаза. Мне клиенты попросили добавить, я добавила, а я его еще не пробовала. Вот, это корейский крем. Вот, попробуем, потом поделюсь впечатлениями, расскажу, как оно. Это у нас что? А, я уже не помню. А, это защитный крем на зиму. Океан с жемчугом, с кардицепсом. Тоже очень мне нравится. На зимнюю холодную российскую погоду это самое оно. Вот. К холодам готовы. Ага, что это у нас? Что это у нас? Ага, это набор противогрибковых средств. Тоже у меня есть у знакомого проблема с грибком. Поэтому тоже взяла на пробу. Лапрокс и крем Зема. Вот, честно говоря, тоже это по просьбе клиентов добавлено. Я не знаю, как это работает. Вот, поэтому попробую, тоже потом расскажу. Поделюсь впечатлением. Такие вот маленькие коробочки. Что это у нас? Ну-ка. Это, кажется, мой любимый крем. Да! Это мой любимый ночной крем с красной икрой. Я его просто обожаю. После него кожа такая классная-классная. Он предупреждает посыпание на коже. И при этом здорово омолаживает. И вот за ночь он реально просто восстанавливает кожу. Очень здорово. Вот. Мне этих средств тут не хватало. Теперь они у меня есть. Вот. Очень классный BB-крем. Он имеет такую очень нежную текстуру. Тоже сделан в Корее. Он такой, как легкий мусс. При этом он контролирует выделение жира. И также у него защита от солнца, фактор 25. Вот тоже его очень люблю. Так что он теперь у меня есть. Это у нас... А, Камила-сан! Это сейчас у нас сезон гриппов. Вот, я засунула уже свои ножницы. Вот они. Вот. Это по просьбе сестры я заказала Камила-сан. Она его очень любит. Он очень здорово помогает при воспалении носоглотки. Меня давно просили его добавить в ассортимент. И вот теперь он у нас есть. Он у нас есть и в ассортименте. И также он вот есть у меня в России. Маст-хэв моей мамы. Это набор специй для супа том-ха. И том-ям. Моя мама делает очень вкусный том-ям вместе с красной рыбой. Очень вкусно получается. Так, едем дальше. Что это? А, это змеиное мыло. Мне о нем рассказывали. Одна из клиентов говорила, что это там прям супер эксфолиант, что он тут очень здорово делает пилинг кожи. Будучи в Таиланде, я его не нашла. Сейчас мой менеджер нашла, где он продается. Вот. Так что я тоже попробую, потом поделюсь впечатлениями обязательно. Как оно тут выглядит. Красивая, конечно, упаковка. Вот такое вот мыло. Пахнет непонятно чем. Ну, запах такой, даже чем-то хозяйственным мылом пахнет. Ничего такого нету.
выдающегося. Так, смотрим дальше. Что у нас тут? Что это? Что же это может быть? Так. Это мои дезодоранты. Это моя любимая позиция. Мы их недавно добавили. Это очень классные дезодоранты. У меня на самом деле гиперчувствительность. И квасовые дезодоранты у меня вызывают аллергию и раздражение. А вот эти дезодоранты, они сделаны на основе квасов, но с добавлением травяных экстрактов. И они вот водяные. Также они очень классно пахнут. Где? Вот. Ага. Вот. Они очень-очень-очень классные. Я их просто обожаю. То есть я заказала их несколько. И вот. Да, мне ассистирует моя дочка. Поэтому за качество видео извиняйте. Так, что это? Сейчас посмотрим. Так, школьные канцелярские ножницы, не прорезая слой пленки, будем раздирать руками. Что это? Это гиалуроновая японская пенка для умывания. Мне было очень интересно ее попробовать. Вот. Jojoba Skin Softening Face Wash, да, это пенка. Я сейчас моюсь гиалуроновым мылом, оно на самом деле очень классное. Но мне немножко не хватает питания, потому что оно классное, кожу отшелушивает. Но сейчас уже похолодало, и в более холодное время суток, конечно, лучше использовать какие-то более интересные средства. Вот пенка. Jojoba Selves. Да, вот здесь вот Jojoba. Надо посмотреть, как переводится эта травка. И гиалуроновая кислота. Вот. Будем. Тоже буду использовать. Потом по результатам расскажу свои ощущения от этой пенки. Но описание у нее прям такое вау. Посмотрим. Это еще один стик. Тоже еще один дезодорант. Все, у меня праздник, потому что обычные роликовые дезодоранты я им пользоваться не могу. От квасовых дезодорантов у меня раздражение. Вот эти дезодоранты просто мое спасение. Они запах кожи надолго убирают, и при этом, что для меня важно, не вызывают раздражения. Вот. Я взяла несколько ароматов. Ага, это запахом кинзо. Я люблю кинзо запах. И вот здесь вот он. Опа! Да? Да, белая роза. Запах кинзо. Обожаю этот запах. Так. Это тоже у меня стик. Я не буду распаковывать. Я их взяла по несколько штук, чтобы было запасом. А масочка Шизеида. Тоже давно хотела попробовать. Все никак не доходили руки, когда была в Таиланде. Ну, вот теперь в России я ее набрала. И могу ее пробовать. Ага, раньше это было Шизеида, сейчас это Beauty Host. Изменилась марка. Ну, посмотрим, какое качество. Потому что раньше я видела ее как раз под маркой Шизеида. А сейчас другой бренд. Вот. Тоже потом расскажу о своих впечатлениях о этой масочке. А это у нас тоже, у нас типа камилосана, только это на основе новозеландского зеленого прополиса. Спрей для горла. Который снимает быстро воспаление и успокаивает боль в горле. Сейчас покажу. Вот две упаковочки я взяла по просьбе сестры, которая, когда жила в Таиланде, очень любила им пользоваться. Вот. Две упаковки спрея для горла на основе новозеландского зеленого прополиса. Сейчас тут тоже интересное. Я в этот раз взяла косметику, с которой я была не знакома, чтобы ее протестировать. Раньше это делала в Таиланде, а сейчас я буду это делать, находясь в России. Что куча новинок, все хочется попробовать. Клиенты все рекомендуют. Это у нас тоже что-то японское. Это да, это гиалуроновый лосьон. Японский гиалуроновый лосьон. Мне вот интересно, для проблемной кожи увлажнение, наурейшинг и питание. Мне вот интересно попробовать его действие. Потом тоже поделюсь. Так, один пакет закончен.
Нет, тут куча всего. Так, давайте. Об остальном я расскажу в следующем видео.